В Кали-югу браком будет считаться просто взаимное согласие юноши и девушки жить вместе. Видите? И в другом месте говорится «Лаваньям кеша дхараном». Люди будут думать, что если они будут отращивать длинные волосы, их будут считать необыкновенно красивыми. Об этом говорится в Бхагаватам. Они будут считать, что они будут очень красивыми. Лаваньям кеша дхараном. Это написано там, вы можете посмотреть, это не какая-то выдумка. Свикара эва юдвахе. Дампати ратим эвахи. А совместная жизнь мужа и жены будет означать только секс, и все. Если у мужа есть сексуальная сила, то развода не будет. Обо всем этом написано там. Взаимоотношения мужа и жены — это будет только секс, и все. Только секс. Випратва сутрам эвахи. И человека будут считать брахманом, если у него есть священный шнур, вот и все. Обо всем этом написано. Шнур за 2 цента. Вы можете купить его, и будете считаться брахманом. О, у тебя есть шнур, ты брахман. Вот и все. Это то, что мы видим в Индии. Такие двухпайсовые брахманы. Они обладают всеми качествами человека, стоящего ниже чиндала, но поскольку у него есть этот глупый шнур, его считают брахманом.